Продолжение видео Монорола, вторая часть. С вами я, Наталья. Вот мы спустились, да, к морю. Море сегодня, так как погода не очень хорошая, и море такое бушующее немножко. Вообще красиво. Мы думаем сейчас пройтись вот вдоль, там есть дорожка вдоль вот этой скалы. Да? Сейчас немножко туда пройдемся. Сейчас опять мы идем вокруг скалы. Это была красивая панорама. Мы ее видим, конечно, эту панораму. Очень красиво, недаром это все входит в ЮНЕСКО. Неожиданно, конечно, так. Мы идем вот вдоль скалы. Это вся дорожка такая. Вот там. И вот так все вдоль скалы. Можно идти, идти, идти. Людей ничего не останавливает. Тоже в дождевиках гуляют, раз уж приехали, да? А вот думаем еще туда подняться. Сейчас попробуем. Вот по таким дорожкам. То есть мы подумали пройти еще дальше. А тут вот все перекрыто. Она была, эта дорога. Вау! Но там вот поломано уже все. Вот там вот видно. Не знаю, видно, не видно. Не видно. Только вниз видно, еще спуститься можно. Байдарочки. Вот. Есть два человечка. Вообще красота, красота, красота. Всегда природа, красота. Здесь написано «Добро пожаловать в рай». Сейчас посмотрим. А мы поднялись еще чуть-чуть выше, как нам сказали, в рай. И опять панорама, только повыше. Да, красиво здесь. Единственное, что такую погоду, конечно, этого не понять. Красоты и не передать словами. Лавочки каменные, как всегда. И везде... Лавочки каменные. Ой, запела. Все-таки ж в раю. Еще поднимаемся. Еще повыше в рай. Оливки. Площадка для деток. Да? Ой, девушка. Раздетая, но с виноградом.